Сейчас идет фрагментация глобализации, и это процесс надолго. Фрагментация глобализации поднимает вопрос о суверенитете. Очень много способов рассматривать суверенитет. Военный суверенитет, цифровой суверенитет. Что меня интересует? Это монетарный суверенитет. И вот монетарный суверенитет, и более конкретно дедоларизация инвестиций, это, в общем, не вопрос сейчас, когда РФПИ не такой большой фонд. Но если речь пойдет о колоссальных инвестициях, которые нужны для того, чтобы достичь цели, о которой говорилось, удвоить ВВП, то тогда вопрос о монетарном валютном суверенитете будет очень важным. И помимо инвестиций в долларах, нужно, чтобы были и другие способы инвестиций, привлекающие Китай, другие страны, разработать теорию и практику, которая, естественно, не принуждала бы, но это очень важно. И я думаю, что в рамках вот успеха РФПИ Российская Федерация должна выделить определенные ресурсы, чтобы обдумать, что в будущем нужно. Иметь один РФПИ или, как предложил Евтушенко, много таких, но это не самое главное, но чтобы вот инвестиции в национальных проектах, если это будет больше 60% ВВП, и тогда валютный суверенитет, это будет важная проблема.